бельем возьмем. Стой! Стой! Что, в ногу? Перевяжешься? Да. Жди. Паша назад. Оружие бросай. Ложись. Ложись, стрелять буду. Что же ты мне приказываешь? У тебя у самого оружия нет. Обрежешь. Thank you.
Ну что ж ты убегаешь? Иди сюда.
Уйди, говорю! Эй, вы, гражданин, слушайте внимательно. Предлагаю вам сдаться. От меня все равно не уйдете. Только напрасно мучитесь. Ты раньше сдохнешь. Я тренированный. Выдержу, пока наши придут. Умрешь. Не придут. Метель все занесла. К нам не добраться. А если придут, живы мне возьмете, сброшусь вниз. Не дамся. Не дамся. Придут. Товарищ уже до заставы добрался. Так что придут. Не знаю, что с вами сделают. Может быть, расстреляют. А может, обойдется без высшей меры. Только вы уже будете калекой. Без рук, без ног. Вот морозите. И ты тоже. Конечно. Только вам от этого не легче. Предлагаю, сдавайтесь. Хорошо. Что ж ты, свяжешь меня на? Не, я к вам не подойду. А чего же ты хочешь? Вы отойдите от веревки вон туда. Я спущусь вниз, а потом вы. А если я тебя сброшу вместе с веревкой? Тогда вы сами не уйдете. Ты спустишься, обрежешь, а я здесь останусь, да? Обрежу высоко, убьюсь. А на высоте достаточно, чтобы спрыгнуть. Нет смысла. Спрыгну я, спрыгните и вы. Понял, винтовка твоя там. Я подберу ее. А когда вы спуститесь, отведу вас на заставу. Ну что, идти? Да, туда. Теперь не уйдешь от меня. Не уйдешь! Перестань! Не тяни! Обрежу! Аж духу не хватит!
Выбирайте веревку, свяжите ее хорошенько, где я резал, а то убьетесь. Mm-hmm.